вами Алиту, и я сегодня вам покажу, как скачать Нулспраул и Майнкрафт. Так, первым делом мы будем скачивать Майнкрафт. Вот, заходите в Google Chrome. Потом нажимаем сюда, и тут выходит. Вот оно, 5play.ru. И здесь вы скачиваете Нулспраул. Нажимаете. Я первым покажу Нулспраул. Потом, так, еще одно. Потом, смотрите, на вот это нажимаете, вот эти три полосочки. И я хочу найти. И пишите. Вот, входит Brawl Stars. Вот. И потом вы листаете, и тут выходит вот это. Нажимаете, и тут вы не зарегистрированы, из-за этого, если не хотите вот это как-то ждать, это таймер, зарегистрируюсь на сайте. Я не зарегистрирован, и у меня и так скачал. И вот покажу я вам сейчас. Вот он. Вот. Нулспраул. Потом. Как скачать Minecraft Pocket Edition? Снова заходим сюда. Потом Chrome. Уже пишем, смотрите. Пишем. .pro. Вот, пацаны. Вот. Сейчас. Вот это, пацаны. И нажимаем. Кидаю на этот сайт. Тут есть. Так, смотрите, что тут есть. Тут есть та же самая старая версия. Смотрите. 1.1.5. Самая старая. А самая новая 1.19.30. Потом нажимаете. Идете там 12-13 секунд. Ну, давайте. Она шляй вырушен. Я. Так, пацаны. Вот она, кнопка. Скачать бесплатно. Нажимаем на нее. Потом листаем. И тут выбираете 64-битный или же 32-битный. И потом нажимаете скачать. И тут, так, тут реклама. И вот, смотрите. Вот. Идете и нажимаете скачать. Я не буду скачивать, потому что он у меня есть. Ну все, пацаны. С вами была Литу. И всем покедова!